Накануне состоялась встреча представителей партии Сергея Тегибко «Сильная Украина» с долгосрочными наблюдателями Европейского комитета Международной наблюдательной миссии мониторинга избирателей. В связи с последними событиями в Украине гостей интересовал прежде всего ход предвыборной кампании. Реакция основных институтов Европы, так сказать, и Америки уже с достаточной беспокойностью смотрят на эти события в Украине, потому что они, конечно, не приводят ни к миру, они не приводят к тому, чтобы были выборы достаточно прозрачные. Ситуация, особенно дикий случай, который в Одессе произошел с народным депутатом Шуфричем, который идут угрозы в адрес Тегибко Сергея Леонидовича, лидера партии «Сильная Украина», когда проблемы у нас были и в Херсоне, и в Запорожье. Европейцы также будут наблюдать и за ходом голосования, и подсчета голосов, что позволит им получить полную картину работы и партии выборов в целом. После чего они смогут обнародовать свое мнение. Людмила Петрова, Александр Романовский, агентство телевидения «Новости».